Тепло в каждый дом. Первым вопросом, обсуждаемым на оперативном совещании, был вопрос подачи отопления в многоквартирный жилой фонд. 89% домов получили отопление, остальные адреса известны. По ним работают управляющие компании и теплоснабжающие организации. Оперативную информацию о пуске тепла в многоквартирные дома и социальные объекты представила профильный заместитель главы администрации района. Из 58 котельных на сегодняшний день запущено в штатном режиме работают 57. Одна котельная «Стройбетона» запускается сегодня. В образовании у нас из 115 объектов на сегодняшний день запущено отопление в 113. Один детский сад «Лесная сказка», там идет капитальный ремонт в самом садике. Детки будут туда запущены с 1 ноября. И поэтому на сегодняшний день у нас не запущен один только объект. Это школа «Розума» на улице Ленина 1. Там сейчас устраняется авария. С начала отопительного периода 26 сентября управляющие организации в ежедневном режиме пропускают тепло в каждый многоквартирный дом. Больше всего зданий находятся в управлении муниципальной организации ДСЖКУ. МПД ЖКУ. Да, сегодня им поставлена задача совместно с теплоцентралью каждый дом запустить, чтобы не было просадки на котельную. На данный момент технологический сбой только в Щелково 7. Это неделя на 2А2Б ведет работу теплоцентраль. Неделя на 19 альтернатива внутри дома ведет работы. А центральная 92 альтернатива ведет работы. Глава района поручил коммунальным службам каждые 2 часа докладывать ему о запуске тепла. Для координации действий дорожных служб администрация определила места под складирование снега, порубочных остатков и хранение песко-соляной смеси. Ею обрабатывают дороги против гололеда. 2 площадки готовятся в Щелкове и еще 8 в поселениях. Заместитель главы администрации Евгений Петеримов рассказал об участии муниципалитета во Всероссийском месячнике гражданской обороны. В районе проходят штабные тренировки. 6 октября на площадке перед районным культурным комплексом развернется выставка пожарно-спасательной техники и средств индивидуальной защиты. В школах пройдут уроки гражданской обороны. Главе района доложили о продвижении строительства школ в микрорайоне Солнечный, где завершены работы по устройству монолитных фундаментов пристройки переходной галереи. Она соединяет корпуса школы. До конца 2018 года должна быть построена школа в деревне Медвежьеозерская. Скажите, пожалуйста, что там, есть ли какие-то сбои по этой школе Медвежьеозерской? Сбоев по графику нет. Сбоев нет по графику, да? Да. Вот это самое главное. Проект по школе микрорайоне Жигалова со дня на день должен получить заключение госэкспертизы. В финальной стадии находится проект по пристройке к 11-й школе в Чкаловском. В завершении совещания Алексей Валов поздравил главу сельского поселения Друбинское Виктора Углова с днем рождения. Щелковскому району он отдал 46 трудовых лет. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».